Ну что, друзья, всем привет, всех я рад приветствовать на своем канале, и сегодня у нас пробная такая серия по игрушке Car X Drift Racing 2. Да-да, это та самая игрушка из серии Car X, в которой мы, собственно говоря, дрифтим, учимся дрифту и просто смотрим на всю эту красоту. Я уже тут предварительно ее скачал, прошел так называемый пролог, где меня там учили как дрифтить, и я там себе выбрал первую тачечку. Вот, и сегодня, я думаю, первую тачку я взял Эвик, самый такой простенький, который там вообще бесплатно давался. Сегодня, я думаю, мы на нем особо гонять не будем. Там есть кое-что поинтереснее. Если вам понравится, конечно, смотреть, как я играю в эту игрушку, то мы будем здесь развиваться вместе на серии. Значит, события какое-то. Я уже игру покажу. Ну, собственно говоря, что здесь? Вот у меня стоит мой Эвик. Я не знаю даже, это сделка какая-то, потому что спереди на Эвик вообще не похоже, а сзади прям виден Эвик. Значит, здесь есть опыт свой, автосалон, то есть тут всего 75 автомобилей, ну, нормально, как бы. Клуб есть, можно, я думаю, какой-то клуб вступить, Ну и мастерская, не знаю, что они, конечно, делать нужно. Значит, тут настройки какие-то, лицензии, как-то можно там кастомизировать перца, ну или улучшать тачку. Значит, давайте, вот если у меня такая фейка, мне очень понравилось, я посмотрел. Значит, заходим в автос... Нет. Да. Топар. Значит, вот есть машины, то есть можем посмотреть цену. Вот, допустим, есть машины, и на них можно взять тест-драйв. То есть вот тест-драйв где-то 500... Ну не рублю, это, конечно. 500 игровой валюты стоит, вот. Такой вот бусик есть. Вот, и есть где-то бесплатный тест-драйв. То есть вот, это Сильвия, что ли. То есть в каждом классе есть какая-то тачка, у которой бесплатный тест-драйв, сказал я это. Краун Виктория. То есть бесплатный. Просто представьте эту фигню, как она дрифтит. У меня денег, к сожалению, не хватит, чтобы ее испробовать в дрифте. Вот ПВХ есть. Это там Мерс. Вот Эвик уже посвежее, 10-й. То есть есть тачки, на которых, я думаю, мы сегодня подрифтим как раз таки. А то, думаю, эту тачку первую смотреть скучно особо. Я думаю. И сейчас смотрим, какие тачки бесплатные тест-драйве. Вот можно, допустим. Хотя это интересно, но машина появится, что можно взять. Сейчас посмотрим. Вот давайте возьмем эту. Давайте вот берем тест-драйв бесплатный. Вот тут есть как бы трассы, то есть тут вот самая такая. Red Road еще какой-то есть, я просто не увидел. Фига тут трасс. То есть тут ума. Это уже все сначала идет. Давайте. Здесь попробуем, тут как бы дорожка такая идет, и она довольно-таки извилистая. Сейчас я попробую подрифтить, я, конечно, физики и духи еще не привык. То есть дрифтить здесь можно бесплатно, вообще в тест-драйве можно сколько угодно. Смотрится особенно с этой камерой, все красиво. Очень, то есть тут есть также вид от первого лица, от третьего, ну и такая как бы фотокамера. То есть я, конечно, подрастроился, что тут руля нет для полной такой, для более лучшей симуляции. Конечно, с такой камерой особо не предвидишь, что впереди происходит. То есть здесь тачки уже очень стоят с хорошей мощностью, все даже по 100, если не получается. То есть, условно, если купить, можно условно эту тачку купить. Конечно, потому что тут такой. В целом-то
целом-то игруха прикольная, вот, то есть, тут здесь вообще офигенно выглядит, вот, дым, вот, когда на неровно такой край, поверхность из грани заявляешь, тут тоже офигенно все идет, вот тут есть, естественно, как не везде очки дырифта, все довольно-таки я сейчас красиво иду, вот тут вот, конечно, засейвил, ну, то есть тут ручник можно дернуть, если что. Ну, игра это, конечно, и весит-то там 1,9 гигабайта. Вот, ну, нормально она весит. Вот, в том смысле, что не особо мало. 700 там каких-то мегабайтов. Вообще, это вот как раз понравилось. Здесь такие все дорожки. Конечно, можно законтролить, опять же, из-за того, что тут просто как бы стрелочки. Конечно, это посложнее, но реалистично, вот тут вкладочка, вот, то есть очки вот так. Хорошо, вот тут почему срок. Вот, очень очко. Тут да, тут уже было сложно засейвить, я как-то разогнался тут. А вот, то есть вот тут вид от первого лица, то есть вот нужно и от первого лица подрифтить, если там кто-то машину лучше чувствует от первого лица. А вот, ну тут, конечно, жаль. Я, конечно, может быть, честно засейвил. Конечно, может быть, это где-то настройках настроиться, но зеркала, если бы еще показывали, что происходит, было бы вообще офигенно. Красоты. Вся красота-то из-под задних колес идет. Но здесь, к сожалению, не видно. Вау. Сносится тут тачка вообще на изи, даже без ручника. Вот, ручник-то. Ну, тут, конечно, дергать практически не приходится, так каких-то там. Вот сейчас, например. Нет, здесь тачка сносится офигенно и дрифтить на ней, и дрифтить на ней на самом деле такие приятные. Вот, я правда еще измерил этой группы с интернетом. Давайте так, для красоты. Нет, туда и камеры я ничего не увижу, что происходит. Скажу, что это самая лучшая тачка в этой игре, ну, в смысле, по классу. То есть, по классу-то есть тачки получше. Вот, то есть, тут можно по такой поверхности дрифтить. Обязательно, когда в руке будет книжечка, так еще активно. Вот, то есть, тут времени можно провести, это действительно на самом деле кайфово. Вот тут есть и карьера, и вот можно брать тачки на тест-драйв, условно перед покупкой за деньги, или вот бесплатно тест-драйв, то есть вот за вообще нифига чем-то там за цены знаки, это чего-то приятно. Согласитесь, красиво. Конечно, нет. Может быть, не везде прям реалистично. Но, здесь, конечно, не ладно. То есть, смотрите, как он буксует прям шлейф. Вообще сумасшедший. Ну, в целом, игрушка выглядит довольно-таки красиво. Вот.
скорость упала тоже. Тут я ладно сорвался. Уже. Давайте в автосалон. Вот. И сейчас попробуем взять какую-нибудь другую тачку. Тоже на бесплатный тест-драйв. Деньги тратить особо скидки. Точнее, точно пригодится. Бэтку можно так взять. Два можно взять. Мне даже на тест-драйв не хватает. Это какую-то тачку тоже не серию протестили. Вот. Такой, конечно, аппарат еще. Что мы еще можем записать? В этом классе больше ничего нет. А тут один бесплатный тест-драйв. Но это не добра. А, нет, все, тут несколько. Можно бесконечно тест-драйв брать. Давайте возьмем вот эту бэху. И мы сейчас попробуем понаваливать по этой же карте, она мне понравилась. Вот здесь довольно-таки на самом деле красиво можно проходить повороты. Вот, и в целом заигрушка довольно-таки хорошая. Конечно, у каждой тачки тут своя физика, что-то какая-то смысл. Пока лучше машину воспринимаю третьего лица, нежели от первого. Хотя всегда хорошая у него стоит на всех тачках. То есть тебе не дают там автомобиль, который подходит к тебе, просто тебе нет, тебе дают уже тачку, которая может сделать ее еще лучше. Я даже там сейчас смотрел, что можно сделать. Выворот там. Мощность, что точку в целом-то игра тоже довольно-таки прикольная. Вот она сейчас тянет. Даже вот на пятой тянула, но если тянула, и она на четвертой переключилась. Гигиеничная камера. Ладно, не засейвил. Еще понимать, что происходит спереди. Вот так очень красивая. Вид открывается, вот, когда дрифтишь. В общем-то, друзья, на этом будем заканчивать сегодняшнюю такую пробную серию. Вот, если вам понравился ролик, ставьте лайк. И, возможно, уже скоро выйдет серийка, где мы начнем проходить карьеру. Тут, по-моему, естественно, есть соперники, вот, ну, боты, запрограммированные, вот. И мы с ними можем посоревноваться. Я думаю... Это довольно-таки интересно. Значит, все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи.
всем пока.